Всем привет! Меня зовут Юлия Нежная, и сегодня я решила устроить себе какой-то, можно сказать, детокс-день, посвященный тому, что я хочу отдохнуть от соцсетей, от, может быть, интернета и от всего того, что меня очень сильно выматывает. Вчера я заметила, что начинается эмоциональное выгорание, потому что за последнее время очень много всего произошло, того, что требовало моих каких-то эмоций. Я вчера поняла, когда начала записывать историю в Инстаграм, я просто в какой-то момент без повода начала плакать. И сейчас я просто это приняла, поняла, и хочу себе дать немножко отдохнуть, посвятить сегодняшний день себе, максимально сократить количество соцсетей в моей жизни на сегодняшний день. Это не означает, что я полностью отказываюсь от интернета, потому что есть какие-то вещи, которые должны происходить и в курсе которых я должна быть. Также я не хочу лишать себя фильмов, музыки, потому что это тоже приносит мне радость. Поэтому сейчас я немножко приберусь в комнате, сяду, распишу свой план на день. Я хочу прибраться в квартире, хочу поделать какие-то дела, связанные с универом. И, наверное, в течение дня буду монтировать это видео для того, чтобы уже потом перед сном полностью его домонтировать и уже выложить, чтобы завтра утром у меня вышло. Да, не запускайте себя, следите за своим состоянием. Я, наверное, сейчас еще пойду выпью какие-нибудь витаминки и покажу, как я провожу свой день. Максимально расслабляющий и максимально про себя, для себя. Сейчас сидела, составляла план на день, что мне нужно сделать, и также записывала, что мне нужно сделать по учебе. Пыталась все упорядочить для того, чтобы на неделе знать, чем нужно заниматься. Также, когда у меня встал вопрос по поводу того, как спланировать свой отдых для того, чтобы максимально отдохнуть и провести время с собой, я что-то ничего не смогла придумать такого прям интересного. Я сегодня хочу максимально отстраниться от мыслей, поэтому слушаю какие-то иностранные песни вот из Яндекс.Подборок. Они осенние, такие спокойные, приятные. Также я сегодня хочу посмотреть какой-нибудь фильм, очень приятный. И также я хочу закончить сегодняшний монтаж часов в 9, наверное, в 10, для того, чтобы потом посвятить час просто полностью без телефона, без интернета, без каких-либо шумов. Наверное, налью себе ромашковый чай и буду читать книгу, потому что я сегодня очень плохо спала, и мне снились кошмары, и это все из-за того, что у меня очень сильное эмоциональное напряжение. Я собралась в магазин, оделась максимально уютно в своем розовом костюме. Стою у окна и слышу, какой там сильный ветер. Это что-то с чем-то. Мне скоро должны привезти вещи мои теплые, поэтому я хочу перед этим сходить в магазин, купить вкусняшек, ингредиентов. Хочу сделать сегодня еще печенье, испечь американское. И просто вкусняшек для того, чтобы сегодня вечером устроить с подружкой спа-день и смотреть фильмец и покайфовать. Вот, поэтому сейчас отправляюсь в магазин. Наушники с собой не беру, потому что у меня на телефоне музыка, которая
передает какое-то настроение. Либо грустное, либо веселое. А я сейчас абстрагируюсь от этого, поэтому иду без наушников на улицу. Что же, я уже вернулась, успела даже переодеться. Красивый домашний костюмчик, это, конечно, очень классно, но я подумала, что валяться в кровати и расслабляться будет удобней в большой домашней толстовке. Ну так сидишь, никого не трогаешь, релаксируешь, а потом бац, резко, и едешь вместе со своими подружками помогать своей еще одной подружке собирать теплые вещи. Сейчас уже 10 часов вечера, мы только закончили мои ноготочки. Естественно, мы не посмотрели фильм, потому что уже поздно и завтра вставать на учебу. Поэтому планы немножко сдвигаются. Вот, и я сейчас буду набирать себе ванну, начну смотреть «Маленьких женщин», попробую попутно смонтировать видео, я, правда, не знаю, как это сделать. Так к чему это я? Если вы чувствуете, что очень много времени в вашей жизни отнимает то, что вы просто заходите в Инстаграм, смотрите какие-то истории людей, которые, в принципе, никакой ценности для вас не имеют, или наоборот, просто залипаете на каких-то видосах в Инстаграме, вы можете спокойно от этого отказаться. Я серьезно никогда бы не подумала, что я сама собственноручно откажусь от интернета на целый день для того, чтобы мне как-то стало легче. Сейчас я чувствую, что мое настроение стабильное, что чувствую я себя хорошо. После ванны и после отличного фильма я буду смотреть «Маленькие женщины». Я хорошо усну, и все будет хорошо, и домонтирую это видео, и завтра утром оно выйдет. Thank you.